Француз переплыл Нарву на старой ржавой лодке, чтобы попасть в Россию. Странная история произошла на границе с Эстонией. Иностранца задержали на российском берегу, когда он уже благополучно причалил. Визы у мужчины не было, поэтому он и выбрал такой нестандартный способ визита. Где он нашел столь дряхлое суденышко, неизвестно. На Нарве часто рыбачат жители Ленобласти. Возможно, лодку прибило к эстонскому берегу. Нарушителя решили не сразу выдворять из страны, а подержать некоторое время в следственном изоляторе. Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении гражданина Франции, который незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарву. Решением Кингисеппского городского суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток. Об инциденте эстонская сторона уже проинформирована. Добавлю, власти соседней страны намерены разделить Нарву электронной стеной с установками радиоразведки и мониторинговой техникой.